Всем привет! С вами мисс Аля и мисс Вика. Сегодня у нас будет соревнование по бегу. Кто быстрее прибежит 50 метров, тот и будет запускать вот этот шарик в нашей скале. А утешительный приз у Вики. Итак, начнем кросс. Я считаю 50 шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. И вот 50 шагов. Теперь мы с Викой будем соревноваться. Победила дружба. Дружба еще раз. Победила дружба. Я! Ты? Да. Ну еще раз, давай, чтобы было по-честному. Еще раз пробегите. Крыска, они не успевают. О! Так, кто победил? Я. А мне кажется, дружба победила. Нет. Нет. Три попытки, ну все равно. Все равно идем запускать шарики на скалы. На скалы. Да. Готовы? Да. Ну все, идем. Дядя Саша будет нести их, а мы идем на скалы. Давай, Аля. Полетел! Наташа! Надо заскучать! Высоко, высоко! Теперь Вики на очередь. Отпускай! Теперь идем домой и по дороге сыграем в прятки! Пойдем! Пойдем!
придем сюда и будем играть в прятки. Выберем, кто будет прятаться. Ехал Лунтик на тележке. Раз, два, унтик. Решки, каму три, каму два. Дирижером будешь ты. Я считаю. Ты считаешь, Вика прячется. Начинай. Я считаю до пяти. Не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Кто не прятался, я не виноват. Я иду искать. Оп. Вика, надо побольше дерева найти. Так, 1-0, Аля ведет. Давай, Аля, опять сейчас Вика опять будет прятаться. Теперь поставь. Давай. Я считаю до 5. Не могу до 10. Раз, два, три, 4, 5. Я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват. Я иду искать. Чего ты смеешься? Я посмотрю, как ты спрячешься. А теперь, Вика, твоя очередь. Давай, Аля, иди сюда. Подожди, считай. Я считаю до 5. Не могу до 10. Раз, два, три, 4, 5. Я иду искать. Кто да. не спрятался, я не виноват. Два, один. Аля ведет пока. Давай, иди считай, Вика. Давай, глаза закрывай, я слежу. Я считаю до 5. Не могу до 10. Раз, два, три, 4. Я иду искать. Кто не захватился, я не виноват. О, Аля там далеко убежала. Не видно, Али? Куда ж она спряталась? Куда же Аля наша спряталась? Ну так далеко она, наверное, побоялась бы бежать. Может, она не с этой стороны? И? Ну, я не знаю. Ну, так далеко бы она не побежала бы. Или побежала. Ну, это сильно далеко. Она сюда, наверное, не пошла. Наверное, она в другой стороне. В бинокль посмотрим. А бинокль видно хорошо, да? О! Так ты хитришь. Ты с собой бинокль взяла. Ясно. Ну тогда ты ее точно найдешь. Или проиграешь. Или проиграешь, если не найдешь. Но... Правильно. Правильно. Никогда не надо сдаваться. Нужно... Нашла?
Оп. Все? Кто победитель? Ничья? Победила дружба? Не, я победила. Чего? Она тут прочитала, даже не взглянула на меня. Она могла даже взглянуть на меня. Кто победил, Вика? Вика, ты согласна, что Аля победила? Нет. Тогда нужно переиграть. Да. Да. Один раз переигрывайте и все. Да. Да. Вика считает, Аля прячет. Нет, я считаю. Всегда считаю. Я. Только я. Ну да, давай. Ты считаешь, а Вика прячется. Если ты Вику будешь долго так искать, значит ничья. Я считаю. Не, поворачивайся. Я считаю до 5, не могу до 10. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват. Я иду искать. Привет, Вик. Все. Ну тогда уже тут Аля победила. Давай. Пускали шарики, играли в прятки. Все нам был веселый день. А теперь, кому понравилось, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!